Уже второй раз у курганцев появилась возможность встретиться в Курганском художественном музее с достаточно непривычным для нашего города искусством арт-объекта и инсталляции на персональной выставке курганского художника Елены Поповой. Эта выставка для Елены юбилейная, и в различных формах своего концептуального искусства Елена использует различные материалы. На этой выставке представлены дерево, различные серебро, медь. Ну и в том числе в арт-объектах мы видим такие новые для Елены материалы, как папье-маше. Одна из инсталляций называется «В ожидании чуда». Изображает она беременную женщину, другая работа «Милой мамочки портрет». Также создана по мотивам детских рисунков. Мы видим, что прослеживается очень ярко тема детства. Именно дети вдохновляют Елену на создание необычных арт-объектов, потому что дети видят совсем иным мировоззрением, иное мировосприятие. Среди арт-объектов есть и автопортрет «Бегущая», так назвала себя Елена. Написание стихов и сказок, игра на аккордеоне, а также работа декоратором. Фантазия и энергия автора воплощается в абсолютно разных формах. Елена Швецова, Илья Урванцев, Андрей Бахарев. Информационное агентство «Курган.ру».